Мы очень много вообще сделали в экзотической теме, но не делали еще большого декоративного ничего. Поэтому, ну, я думаю, что мы эту тему еще будем продолжать. И сейчас я хочу представить вам новый курс экспромтом, потому что все это будет делаться в эфире практически. Вот, данный курс посвящен именно экзотической зелени, тропической зелени и цветам. Специально разделила курс на две части. То есть первая часть это будет туда включаться именно зелень, потому что, как оказалось, фотографы любят большие цветы, большую листву, листья пальм, листья монстеры. Вот у нас тоже как приспичило, так мы сделали листочки. И вот сейчас в планах сделать для нашей небольшой студии такую бутафорию. Поэтому я и приглашаю вас поучаствовать и вместе с нами сделать такие красивые вещи. Значит, первая часть у нас тропическая зелень. Ну и куда же мы от экзотических цветов уйдем? Вот. Вторая часть у нас как раз вот и идут цветы. Орхидея. Необычная орхидея. Мы очень часто используем ее в букетах, в свит-букетах. Изготавливаем из гофрированной бумаги. Есть у нас такие букетики очень красивые. Ну, теперь хочу я такие орхидеи сделать именно из фома. Покрасим, сделаем серединочки, лепесточки, листочки. Красивая сама по себе она, очень интересная, и делается она, в принципе, несложно, но здесь интересна сама покрасочка. Так что будем тренироваться расписывать цветы. Ну и фишечка, конечно же, это стрелиция. Очень эффектный цветок, необычный. И знаете, вот такие цветы, конечно, очень актуальны. И вообще в интерьерных композициях, ну и для фотосессий, там, для оформления витрин в тропическом стиле, я думаю, что будет интересно смотреться. Вот. Ну, стрелицы были сделаны у нас, наверное, в 16-м году или в 17-м, я уж не помню, когда у нас был этот курс экзотика. Шикарные цветы, скажу сразу, у нас была целая композиция в таком стиле. Потрясающие, прям влюбились в эти цветочки. Так что будем делать большие стрелицы, большие орхидеи. Вот, и у нас еще будет цветок имбиря. Вот, так что присоединяемся. Можно приобрести какой-то один из мастер-классов, то есть один из частей курса, можно участвовать во всех. Сразу оговорюсь, что тем, кто участвует в полном курсе, то есть приобретает полный курс, бонусом идет сборка композиции. Вот здесь вот в сборке композиции, давайте, наверное, опять на вас переключу, потом вернемся с вами. А значит, в сборке композиции мы с вами заготовим основу, то есть там как это будет как бонусное занятие. Вот, сделаем основу декоративную. Я кое-какие фишечки покажу именно связанные с фомом. Вот. Также будем прокрашивать, вот, также будем декорировать. И соберем все это в композицию. То есть, в принципе, вот этот вот ну, сам букет, который будет, то его можно будет где-то у себя поставить в комнате. Может быть, там кто-то захочет, да, в такое, ну, общественное помещение, где-нибудь в кафе можно поставить такие цветы. Ну, украсить витрины или вот для фотосессии. На самом деле очень такие вещи интересные. Фотосессию можно делать не обязательно вот со всей этой композицией. У нас вот, например, нам нужно было срочно листья монстеры. Вот такой вот. Я сейчас просто для сравнения покажу. То есть вот у нас был рожден такой вот листочек. И у меня фотограф приходит и говорит: вот я принес листики, но эти листочки, это вот как они получаются у нас купленные. И стоимость, сколько стоимость этого листочка? Что, 200 рублей, что ли? 200, да? Но Один. вот Денис говорит, один листочек был 200 рублей. И вот по качеству, да, и вот листик, который сделали как бы мы его для студии.
Вот. А, естественно, листик он, ну, побольше, можно, конечно, их сделать еще больше, но для фотографий, для фотосессии фотографы прям визжат, пищат, у нас приехали, говорят, дайте нам в аренду такие листики. Вот. Так что сейчас у меня задача для пополнить бутафорией нашу студию именно экзотической флорой. Делать будем, вот в мае месяце будем заниматься именно флорой такой. И, конечно, я предлагаю вам присоединиться. По стоимости, так, сейчас я посмотрю, какая у нас стоимость. По стоимости, ну, начало у нас будет 4 мая, стоимость всего 50% за весь курс, стоимость 2450. Но это очень-очень дешево по сравнению с тем, что какие-то маленькие композиции продаются там за около 2000, а тут вот целый курс. Так что, девчонки, кто кому эта тема интересна, присоединяйтесь. Чуть попозже мы будем постепенно поднимать стоимость. То есть это вот самая минимальная цена, которая может быть. Те, у кого бонусы, бонусы действительны. То есть можете использовать бонусы. Ну, естественно, и скидки, если у кого-то есть, тоже можете использовать. То есть это плюсом, возможно, еще дешевле приобрести курс. Можно также по отдельности участвовать. Там тропическая зелень и по отдельности экзотические цветы. Тоже смотрите, может, вам только зелень нужна или только цветочки. Можете приобрести только по одной части. То есть либо отдельный курс полностью, в отдельный курс полностью входит, бонусом входит оформление основы, вот, и сборка всей композиции. Так что, кстати, здесь вот на продающей страничке я указала, какие материалы у нас будут. Там фоамиран, изолон, гофрированная бумага. Еще дополнительные материалы, но это все мы рассмотрим на первом занятии 4 мая. Занятия у нас будут проходить по вторникам и пятницам, то есть два раза в неделю мы будем с вами творить красоту. Вот. Кому интересно, да, приглашаю поучаствовать, потому что мне самой интересна эта тема, так что приглашаю. Так, я возвращаюсь к вам, еще раз показываю, тут у нас один листочек. К нему нужно будет еще куча листиков сделать. Ну, на занятиях мы с вами доделываем. То есть тут и покрасочка, тут у нас и объемы, и кое-какие еще фишечки расскажу. Ну, по сравнению, да, купленный за 200 рублей листик, который не тонировочки, ничего обычного, вот такой вот, ну, немножко так, он латексный получается какой-то. Немножко латексный. И листочек, который для фотосессии мы делали. Он... Камера, конечно, не передает вот все вот эти вот яркости. Это из дорогих? Да. Или не из дорогих? Из дорогих? Ну, понятно. Вот. И добро пожаловать на данный курс.